Прежде всего, моему духовному учителю и Телила Правишта Ом Вишнупад Аштата Рашата, Шри Шримат Бхакти Шарупи, Сиддханте Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечно саштанга Дандават Пранам и склоняюсь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гуру Пада Падми и Телила Правишта Ом Вишнупад Аштата Рашата, Шри Шримат Бхакти Виданте Шиле, Нарайане Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также Бхактивиданте Шанти Махараджу, Вайшнавам и Вайшнаве, всем я предлагаю свои поклоны и прошу принять их. Хари Кришна. Мы слушали Упадешамриту Шрилы Прабхупады. Кто такой Прабхупада? Это Наяна Мани Манджари Шримати Радаранги. Зачем она пришла в этот мир? Потому что в этом мире очень многие страдают. И чтобы облегчить эти страдания и вернуть души к Бхагавану в его обитель, Прабхупада не зашел в этот материальный мир. Сегодня Титхи, день Джива Госвами. Сегодня Тирабхав Титхи, день ухода Шрилы Джива Госвами. Кто такой Шрила Джива Госвами? Цитата из Баджана. В этот мир, когда Бхагаван исходит, он приходит не один, а вместе со своей дхамой и своими спутниками, парикарами. И через каждого преданного Махапрабху исполняет по одному своему желанию. Лочан Дас Такур написал прекрасный бачан. В этом бачане говорится, как Махапрабху проливал свою милость, посредством кого. Это отражено в данном бачане. Адвайта Ачарья, Хор-Хор Шабда Айла, Шри Адвайта Чандра, Хор-Хор, понимаете? Когда еще нет дождя, но надвигаются тучи, и слышны расклады грома. Подобным образом Адвайта Ачарья не зашел в этот мир и увидел положение джив, их страдания. Увидел, как они поклоняются Деве, употребляют алкоголь, мясо, полностью отвернувшись от бхакти. И подумал, я могу установить югадхарму, харинаму, но Махапрабху нисходит один раз в день Брахмы, чтобы даровать враджа прему. Этого я не могу сделать. Я не могу даровать враджа прему. Это может сделать мой Прабху.
Поэтому Адвайта Ачарья листиками тулусами и водой Ганги поклонялся Господу, взывая к Нему и прося не зайти в этот мир. А Кришнадас Кавираджа Госвами какой вклад сделал? Расара Бандари. Он Кавирадж, он Радж, царь всех поэтов. И в прекрасном, чудесном золотом сосуде он собрал и удержал в этом сосуде всю расу. А Рупа и Санатана Госвами, каков их вклад? Приводится пример. Махапрабху сравнивается с облаком, с тучей. Туча прекрасна, но когда она украшена бликами молний, то становится еще прекраснее. Рупа Госвами и Санатана Госвами подобны таким молниям, которые установили расу, принесенную Махапрабху. Это вклад Рупа Госвами. А Санатана Госвами объяснил самбандху, отношения. Каков же вклад Харидаса Такура? Он проповедовал славу святого имени. А Джива Госвами? Джива Госвами установил Сиддханту. Утвердил философские положения. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами приводит шлоку Сиддханта Боли Читанакару Алас. Иногда может показаться, что изучать философию трудно, но не нужно пренебрегать ею и лениться изучать философию, поскольку насколько хорошо вы знаете философию, настолько ваше бхакти будет прочным, а иначе оно будет неустойчивым, и вы сможете оставить свои четки и ступить на другой путь. Поэтому Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что есть также три уровня преданных: Каништха, начинающие, Мадхьяма, среднего уровня, и Уттама, высшие. Как их разграничить? Как определить уровень преданного? Каништха преданный совершает, конечно, бхакти, но его бхакти слабая, его бхакти неустойчивая. И он совершает бхакти, когда нет препятствий. Но если он сталкивается с ними, то первое, что он оставляет, это четки. Он не перестает кушать, не перестает спать, не перестает ходить, оставляет четки. Что это значит? Что он уже готов оставить прежде всего четки, святое имя. Это, конечно, преданный. Мадхьяма преданный. Кто это? Мадхьяма бхакта должным образом совершает свой садхана бхаджан. В каких бы ситуациях он ни оказывался, его бхакти не страдает. Но он не может объяснить другим славу бхакти, зачем следовать бхакти. Однако сам следует садхана бхаджану должным образом. Это Мадхьяма бхакта. А кто же Уттама бхакта? Уттама бхакта тот, кто благодаря знанию шастр, сиддханты, следует сам должным образом бхакти и вдохновляет на это других. Он может проповедовать славу бхакти и Бхагавана, то есть следует сам и указывать другим должный путь. Это Уттама бхакта. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит: «Сиддханта Боли Читанакару Алас». Цитата. Хотя изучать сиддханту может показаться трудным, не нужно пренебрегать ею, изучением философии, потому что благодаря этому ваше бхакти будет устойчивым.
Градев просит принести из комнаты тетрадь его. Джива Госвами, татва Ачарья в нашей сампрадае, тот, кто установил татву, философские истины. Его зовут Джива. Что значит Джива? В его имени уже заключена слава данной личности. Первое значение. Джива Яти Ити Дживая. Тот, кто дарует жизнь другим. Джива, то есть тот, кто пран прадан, дарует жизнь. Далее, джива тарне пошнача. Тот, кто заботится о дживах, поддерживает их. Это второе значение слова джива. Как же поддерживать? В нашей сампрадае он как татвачарья поддерживает нас своими писаниями, например, шестью сандарбхами и другими писаниями, проявленными им. Брахмастутья, Чинтамани, Пракарашатма. На это произведение Джива Госвами написал тику, комментарий. Итак, Джива Яти Яти Дживая. Тот, кто поддерживает джив, и тот, кто дарует жизнь. Можно привести пример, чтобы прояснить это лучше. Писания Шримад-Бхагаватам подобны дворцу. Но как же войти в этот дворец? Ведь дверь очень маленькая в этот дворец. И что же является дверью в этот дворец? Шат Сандархи. То есть шесть Сандарх является дверью к дворцу Шримад-Бхагавату. Поскольку пока мы не изучим шесть Сандарх, мы не сможем полностью вступить на путь преданного служения и войти в него. Шесть Сандарх, написанных Дживой Госвами, очень важны. В бхакти есть три очень важных аспекта. Самбандха – отношения, Абхидея – процесс, Прайоджана – цель. И в шести сандарбхах Джива Госвами прекрасным образом объясняет все три аспекта, как самбандху, так и Абхидея, так и Прайоджана. В четырех он излагает самбандха-гьяна. Кто такой Браман, кто такой Параматма, кто такой Бхагаван, объясняет Чила Джива Госвами. Кто такой Брама? Это проявление Господа, Параматма, проявление Господа, а Ишвара, Верховный Господь, это изначально Личность Бога. Он объясняет, кому же нужно поклоняться, Брамане, Параматму или Бхагавану. Чудесным образом Чила Джива Госвами объясняет это, потому что иногда люди сбиты с толку. В некоторых сампрадаях утверждают, что Бхагаван Ниракар, а кто-то говорит, что нет, нужно медитировать на Параматму. А иногда говорят, что нужно поклоняться то Кришне, то Раме. Поэтому многие сбиты с толку. И Джива Госвами в четырех сандарбхах изумительным образом очень хорошо объяснил славу Бхагавана и необходимость поклоняться именно Бхагавану. Есть произведение Кришна Сандарбха. В ней излагается Абхидея Татва, процесс достижения цели. Так чудесно Шрила Джива Госвами объясняет Абхидея Татву. Почему бхакти является Абхидеей? Почему именно бхакти — это Абхидея, способ достижения цели, объясняется Шрила Джива Госвами. И в ней приводится чудесные шлоки в подтверждение того, что именно бхакти —
это Абхидея, способ достижения Бхагавана. И кроме Бхакти нет никакого другого способа. Гьяу, например, для этого не подойдет. Также Джива Госвами принадлежит его перу Прити Сандарбха. В ней объясняется прайоджана, наша цель. Это также раскрыто Шилой Джива Госвами. Что же сделал Джива Госвами? Каков его вклад? Можем представить прекрасное озеро. Но иногда грязные воды рек могут смешаться с этой чистой водой из озера. И Шрила Джива Госвами подобен к тому, кто сделал красивый прочный забор вокруг этого озера, чтобы грязные воды не смешались с чистыми водами озера. Поэтому его называют Джива. Тот, кто дарует жизнь Дживам, и тот, кто поддерживает Джив. Как же возможно поддерживать? Имеется в виду не еда, не материальная пища, потому что подлинная пища — это бхакти. И с помощью бхакти можно поддержать души и сделать их сильными. И Джива Госвами чудесным образом объяснил, что только бхакти — единственный способ достичь Бхагавана, и ничто другое. Поэтому его зовут Джива. В Кришна-Дживе, в Кришна-Лиле он предстает в образе кого? Кем является Джива Госвами в Кришна-Лиле? Какая Манджари? Виласа Манджари. Шри Виласа Манджари. Что значит Виласа Манджари? Ласат и Чапи. Что это значит? Главное слово здесь Ласат, ви-ла-сат. Ласат означает желание. То есть та, кто исполняет желание. Желание Махапрабху. А в чем заключается желание Махапрабху? Его желание в том, чтобы Шуда Бхакти проповедовалась в этом мире. Цитата. Желание Махапрабху Притхивити Ачиятра Нагарати Грам. Цитата. Желание Махапрабху в том, чтобы однажды пришел день, когда его имя будут воспевать повсюду. Люди в счастье, в блаженстве будут совершать киртаны. Итак, ласат означает ича, желание. Ви ласат. То есть так ты исполнила ласат, желание Махапрабху. То есть проповедовала Шудда Бхакти, чистое преданное служение. Поэтому такая личность — это Джива Госвами, Виласа Манджари. Рупа Госвами, Снатна Госвами и Анупам. Это три брата. И Анупама был сын по имени Джива Госвами. Посмотрите, в одной семье три Госвами явились. Рупа Госвами, Санатна Госвами и Джива Госвами. В одном роду три Госвами. Поэтому это далеко не заурядное явление. Три Госвами в одной семье. Мы же не называем Госвами кого угодно. Мы говорим, что есть только шесть Госвами. Госвами означает, что Го Индрия, с вами повелитель, господин, то есть тот, кто повелевает своими чувствами. Такую личность именуют Госвами. И в одной семье явилось три Госвами.
С самого детства Джива Госвами был склонен к бхакти. Обычно дети играют, но Джива Госвами не вел себя так. У него были такураджи, Бхагаван Кришна, Мурти, и он заботился о них, служил им. В это время Рупа и Санатана Госвами встретились с Махапрабху, а Джива Госвами был тогда еще маленьким мальчиком. Когда Махапрабху принял саньясу, Шрила Джива Госвами все оставил и пришел к Махапрабху. И пришел во Вриндаван. Тогда вечером, в это время, Мадан Мохана покрыли теплой накидкой, чтобы ему не было холодно. И когда Джива Госвами пришел во Вриндаван, этот чадр, которым накрыли Мадан Мохана, исчез с божества и оказался на Дживе Госвами. Утром обнаружили, что у Мадан Мохана нет этой накидки, которой его накрыли вечером, чтобы божеству не было холодно. Этот чадр оказался у Джива Госвами. Джива Госвами был очень образованным, очень сведущим. Рупа Госвами, когда писал свои работы для вычитки санскрита, проверки, он отдавал свои труды Дживе Госвами. Одна из историй. В Радха-Дамодара Мандире, где жил Рупа Госвами, Джива Госвами, его ученик, находился с ним. В это время Джива Госвами омахивал Рупу Госвами. Тогда пришел Валлабхачарья. Валлабхачарья пришел и спросил Рупу Госвами, какое произведение ты пишешь, Шри Бхакти Расамрита Синдху. Валлабхачарья посмотрел на шлоку из Мангалачарана, Бхукти Мукти Сприха, цитата. Это одна из шлок Мангалачараны, где описывается, что пока в сердце есть желание Бхукти и Мукти, то есть чувственных наслаждений и освобождения, Бхакти обрести невозможно. Когда Валлабхачарья увидел эту шлоку в Мангалачаране, где говорится, что желание Бхукти и Мукти, наслаждение и освобождение сравниваются с ведьмой, Валлабхачарья сказал, что гьяни совершают суровые аскезы ради того, чтобы обрести это освобождение, а ты сравниваешь это с ведьмой. И он сказал Рупе Госвами, когда ты закончишь свою работу, отдай ее мне на проверку. В это время Джива Госвами омахивал Рупу Госвами и все слышал. Брат Праман Випралипса Тарна Патала. Четыре недостатка есть у обусловленных душ. Но у освобожденных душ таких недостатков нет, они свойственны только Бадда-дживам. Рупа Госвами — это вечный спутник Радарани. И именно под руководством Ванугати Рупа Госвами, Рупа Манджари все совершают служение. Прана-прештха-саки, такие как Лалита и Вишакха, иногда не могут войти в кунджу, где проходят сокровенные игры Рады и Кришны. Но те, кто находится под руководством Рупы Манджари, могут войти туда. Именно под руководством Рупа Госвами
совершается это сокровенное служение. Она очень искусна в севе в Никунджа-мандире Шримати Радхарани. Это нити Сиддха-парикар, вечный спутник Господа, Рупа Госвами, Рупа Манджари. Поэтому Джива Госвами, когда услышал слова Валабачарьи, он не смог стерпеть. Разве ученик постерпит, если кто-то будет искать недостатки в его гуру? Ведь там сравнивалось... Там сравнивалось желание Бхукти и Мукти с ведьмой. Но в разных писаниях подтверждается это, в Бхагаватам, Ведах, потому что слияние с безличным аспектом Господа подобно Сайоджа Мукти, подобно Нарыке, Аду, Брахма Сайоджа, слияние с Брахманом. Такой вид освобождения подобен Нарыке, Аду. Оно нежелательно. Поэтому либо другая история с Рабхамом Бхаттачарьей. Он первоначально тоже стремился к Бхукти, к Мукти. Но когда он встретился с Махапрабху, то его настроение изменилось, и он вместо Мукти везде стал говорить слово «бхакти». В шастрах говорится, цитата, «Тот, кто пренебрегает лотосными стопами Бхагавана и стремится к Мукти, совершает суровое подвижничество ради освобождения Мукти, все равно затем падает. Преданные не стремятся к Мукти. Харма Праджита Кайтава. Самая большая капата, лицемерие — это стремление к освобождению. Почему? Потому что Дживера Сварупа Хоя Кришна Ранитья Даса. Природа души — служить Кришне. Но те, кто стремятся к освобождению, не хотят служить Господу. Они хотят слиться с безличным Брахманом, а не воздавать служение Всевышнему. Поэтому в Бхагаватам полностью отвергается освобождение такого рода. В этой шлоке говорится «Бхукти мукти сприха», то есть сприха, желание наслаждений и освобождения сравнивается с ведьмой. Не само освобождение, не сами наслаждения. Почему? Например, человек, в которого вселилось привидение, может есть за 10, за 15 человек. Но при этом все равно будет постепенно терять в весе. Почему? Потому что внутри него живет пешачий призрак. И хотя человек и ест за 10, за 15, вся энергия достается этому призраку внутри. Подобным образом, те, кто стремятся к гьяне, например, в Майяваде, они могут и Бхагаватам слушать, и лилы Господа. Но что они думают? Они думают, что Кришна и Брахма, и Рама были Брахманом. Затем они предстали как Кришна и Рама. А затем, когда они достигнут освобождения, они снова станут безличным Брахманом. И они считают, что лилы Рамы и Кришны совершаются под влиянием Майи, иллюзорной энергии. Они не считают Такураджи вечными. Они не считают эти игры Господа вечными. Поэтому какое же благо они обретают, слушая Бхагаватам? Поэтому те, в чьем сердце есть желание мукти, они могут слушать Харикатху, совершать Сева, Пуджи, но ничего не обретут. Абсолютно ничего. Почему?
потому что у них в сердце живет пишачи, огромная ведьма, призрак, которая все высасывает из них и ничего не оставляет. Джива Госвами все это объяснил Валабхачарье. И Валабхачарье понял это, он вернулся и сказал Рупе Госвами: «Ту шлоку, которую ты написал, менять не нужно». Рупа Госвами понял, что произошло. Он понял, что Джива Госвами проследовал за Валабхачарьей и поговорил с ним. «Но необходимо бить Тринатха Пису Ничина». Цитата. Махапрабху сказал: «Не выражать непочтение другим, оказывать им почтение». Поэтому Рупа Госвами сказал Дживе Госвами, сказал ему, что он недоволен тем, как Джива Госвами поступил. Поэтому он внешне отослал Дживу Госвами из-за того, что вайшнавам нужно выражать почтение, а не оказывать им непочтение. Означает ли это, что Джива Госвами поступил неправильно? Была ли какая-то ошибка в его действиях? Ведь Джива Госвами тоже спутница Радарани, и она не может совершить ошибку. Освобожденные личности не ошибаются. Как же это примирить? Обязанность ученика в том, чтобы не терпеть оскорбления Гурудева. В противном, если ученик искренний, истинный, то он должен отрубить язык тому, кто хулит его духовного учителя. Что это значит? С помощью шастр, писаний, нужно разбить ложные аргументы, наветы против своего гуру, используя сиддханту, философские заключения. Поэтому поведение Дживы Госвами верное. Значит ли это, что Рупа Госвами тогда поступил неверно? Тоже нет. Почему? Потому что долг гуру учить ученика. Чему учить? Что нужно выражать почтение всем вайшнавам. И никому не выражать непочтение из вайшнавов. Поэтому действия Рупа Госвами тоже правильные. Джива Госвами отправился в Бхаграм. Это одно из мест, где в Двадаше Нанда Баба совершал омовение, и его забрали на Варуна Локу. Вот это произошло в Бхаграме. Джива Госвами остановился там и совершал свой бхаджан после того, как Рупа Госвами его отослал. Там жили крокодилы, делали пещеры. Там в пещерах жили крокодилы, и в тех же пещерах жил Джива Госвами. День и ночь он плакал, и говорится, что он там написал свои сандарбхи. День и ночь он плакал, потому что Гурудев оставил его. Если гуру оставил, то все бесполезно. Все разрушено. Все уничтожено. Если гуру недоволен, то какая речь может быть вообще о бхакти? Поэтому Джива Госвами день и ночь плакал. Он не ходил за пожертвования, за бхикшей. Иногда он смешивал землю, песок с водой и принимал это внутрь, как пищу. Санатана Госвами в это время путешествовал по разным местам и был очень известен. Он во Врадже был известен как Бара-Баба, великий Баба. Ему сказали однажды: «Баба-Баба, ты раньше был Бара-Баба, великий Баба, но мы встретили еще более великого, чем ты. Почему? Потому что ты ходишь за пожертвованием, за бхикшей. Но есть такой Баба, который не просит подаяния, а смешивает воду с песком и принимает это внутрь». Санатана Госвами подумал: кто же это? Что же это за садху такой, который песок с водой смешивает и принимает внутрь? Кто это? Его отвели, и он увидел Дживу Госвами. Джива Госвами
уже очень ослаб, его тело было исхудалым. Он день и ночь плакал, взывая к своему Гурудеву. Джива Госвами рассказал Санатани Госвами о всем, что произошло. Тогда Джива Госвами пришел к Рупе Госвами. В это время Рупа Госвами закончил уже Бхактирасамрита Синдху и думал, как было бы хорошо вычитать это произведение, проверить его. Кто же мог это сделать? Вот если бы Джива Госвами был здесь, думал Рупа Госвами, он бы смог сделать вычитку. Потому что в сердце он не отверг Джива Госвами, он был исполнен милости к нему. В это время Санатана Госвами пришел к Рупе Госвами и спросил: «Рупа, скажи, в чем заключается учение Махапрабху Дживедоя? Милость к дживам, к душам». А Санатана спросил: «А разве джива? Джива Госвами не джива, не душа? Разве джива не джива? Разве к дживе не нужно быть милосердным, снисходительным?» Тогда Рупа Госвами понял, на что намекает Санатана Госвами, и принял вновь Джива Госвами, и Джива Госвами продолжил служение по проверке произведений Рупа Госвами. И затем был еще один спор с ученым человеком. Был очень знающий человек, который путешествовал от места к месту, сражался с другими учеными, чтобы одержать над ними верх. И он услышал, что в Вриндаване есть очень знающая личность. Поэтому решил отправиться к этой личности. Он побеждал... Чем он занимался до этого? Он побеждал разных пандитов и обращал их в своих учеников. Так он пришел во Вриндаван, услышав имя Джива Госвами, услышав о его учености. В это время Джива Госвами принимал омовение. И этот пандит заговорил с Дживой Госвами, желая одержать верх над Дживой Госвами. Когда Джива Госвами закончил принимать омовение и вышел, этот пандит спросил: «Где твоя лота? Ведь когда совершается омовение, также вода помещается в лоту и подносится». И Джива Госвами произнес очень хорошую шлоку, в которой говорится, что когда мы предлагаем что-то, когда мы делаем подношение, когда мы чисты, но Джива Госвами сказал, что я не чист. Почему? Потому что чтобы даровать бхакти, необходимо совершить два действия. Первое. Нужно как бы дать жизнь бхакти, подарить ее, как бы проявить на свет. А авидью, незнание, уничтожить. То есть проявить бхакти в этом мире, как бы дать ей рождение. И уничтожить агьяну, уничтожить тьму, невежество. Когда кто-то рожает, то становится оскверненным. И когда кто-то умирает, убивает, он тоже в оскверненном состоянии. А для того, чтобы даровать бхакти, нужно как бы и рождение давать рождение потоку бхакти, и уничтожать невежество, то есть убивать его. И два этих действия всегда
приводит к нечистому состоянию. И тогда Джива Госвами сказал: как же я, находясь всегда в нечистом состоянии, могу подносить воду? И вот он привел шлоки. Этот ученый задавал вопросы Дживе Госвами, а тот ему отвечал. Причем отвечал так, что побеждал этого ученого. Этот ученый, сведущий человек, был поражен. А до этого уже он пришел к Рупе Госвами и сказал: сразись со мной в знании Писаний. И либо подпиши письмо, что ты расписываешься в своем поражении. Рупа Госвами подписал письмо, не стая сражаться. Но когда Джива Госвами узнал об этом, он не стал делать то же. Он сразился с этим знающим человеком и победил его. Не стал признавать свое поражение. У него было три шикши ученика: Наратам, Шринивас, Шьямананда. Шьямананда Прабху обрел служение Радарани, обрел Даршан Радарани. Как? Благодаря милости Дживы Госвами, потому что без служения ничего не будет. Он нашел ножной браслет Шримати Радарани. По чьей? По милости Дживы Госвами. Он сказал: этот ножной браслет не отдавай никому, кроме владелицы. И когда Лалита и Вишакха пришли за этим браслетом, Дживы Госвами сказал: нет, я дам только владелице, если она сама придет. И тогда он одел этот браслет на ногу Шримати Радарани. По чьей милости? По милости Дживы Госвами. Итак, он обучил трех учеников и отправил их в трех направлениях: Шьямананду в Арису. Там есть храм Шьямананда Прабху, Виграха Такураджи. И в Арисе бхакти существует по милости Шьямананда Прабху. Наротама Дастакуру он отправил в Манипур. И там Наротама Дастакур так проповедовал. Прежде он был царевичем Наротама Дастакур. И поэтому из-за его положения все принимали то, что он говорил. Когда до сих пор люди из Манипура следуют бхакти. Они носят вайшнавские одежды, украшают себя тилаками. Почему? Потому что они были под впечатлением проповеди этого царевича Наротама Дастакура. И там 108 риданг одновременно играют во время парикрамы. Там чудесным образом поклоняется Махапрабху, совершает ему арати. И Шринивас проповедовал в Бенгалии. Три этих великих ученика отправились в трех разных направлениях по велению Дживы Госвами. И до сих пор поток бхакти, который они подарили, продолжается. У Дживы Госвами есть особое писание Харинамрита Вьякаран. Харинамамрита Вьякаран. Дживы Госвами понимал, что тот, кто изучает бхакти, изучает также писание. Но для изучения писания нужно знать санскрит, например, чтобы Бхагаватам прочесть. Но когда кто-то присоединялся к бхакти, вступал на путь бхакти, в то время не было еще писаний по грамматике вайшнавских. Была только грамматика панини, которая не связана с преданностью. И поэтому Дживы Госвами создал Вьякаран,
где каждую сутру, каждое слово, каждое изречение связал с бхакти, с Господом и с преданным служением. Он все связал со Всевышним. И поэтому, изучая такую работу, можно понять и грамматику, и получить благо, связанное с бхакти, потому что там все объясняется через связь со Всевышним. Как же эти сутры смог создать Джива Госвами? Когда Махапрабху вернулся из Гаи, совершив там последнюю церемонию по своему отцу, то он встретился с Дживой Госвами и дал Дживе Госвами намеки на то, как все соединить, то есть как соединить как бы лотосные стопы Кришны с умом преданных. Потому что без этой связи все бесполезно. Так Махапрабху объяснил, как каждое слово, каждое высказывание связать с Господом, с именем Хари. И поэтому Джива Госвами смог проявить Харинамриту Вьякаран. Махапрабху объяснил, что очень важно связать все с Господом. И Санатана Госвами тоже объяснял, что все связано, все сутры связаны с Господом. Но Джива Госвами сделал это более детально, более подробно. И поэтому его писание является бесценным. Также он написал произведение под названием «Гопал Чампа». Вьясадева написал проявил Шримад Бхагаватам, а Джива Госвами — Гопал Чампу. Нала Кувера и Мунигрива, дети Кувера, в одной сварупе вернулись на сваргу, а в другой остались на Галоке Вриндавана. И там вечером они рассказывают Кришна Лилу, утром детские игры, а вечером Мадхура Лила Кришна. В собрании Нанда Бабы они повествуют о развлечениях Господа. И в Гопал Чампу описывается в чудесной форме Кришна Лила. Вьясадев, когда записал Бхагаватам, иногда делал свои повествования не в хронологическом порядке. То, что было раньше, он описывал позднее, а то, что произошло позднее, рассказывал до этого. Подобным образом, когда мы смотрим телевизор, Вьясадева также созерцал духовные игры, и что проявлялось, то он и рассказывал, то он и записывал. А Джива Госвами уже объяснил, какая лила была сначала, а какая была затем, впоследствии. Некоторые утверждают, что Джива Госвами утвердил Свакия Вану, то есть отношение в супружеской любви. Но это не так. Он иногда описывал действительно Свакия Ваду, но потому что это было необходимо для других. Ведь он Татва Ачарья нашей Сампрадаи. Но и обычным людям практически невозможно понять
Что такое према? Прачанна камата, дурлабата. Разные аспекты внебрачных отношений. Для обывателей невозможно это понять. И поэтому буду читать в ачаре наши сампрадаи. Для обычных людей, чтобы они должным образом поняли. Джива Госвами писал что-то похожее на свакия ваду. Но в сердце он всегда разделял идеи паракия вады, внебрачных отношений, Рады Кришны. У него очень много произведений. Какие? Харинамамрита Вьякара. Перечисления. Разные произведения его и тики комментарии на другие работы. Он также описал, какие знаки находятся на лотосных стопах Кришны и Радарани. Шесть сандарбх перечислением. Поэтому вклад Джива Госвами в нашу сампрадаю является очень важным. Он чудесным образом утвердил Бхакти Татву. Поэтому все мы в долгу перед его лотосными стопами. Молим его о милости, чтобы однажды Сиддханта, который он проявил в своих работах, Бхакти Сиддханта, проявились в нашем сердце, и мы смогли следовать им всю свою жизнь. Мы все молим о милости Джива Госвами. Джай. Хари, Хари, Бог.